Сгоревший несколько лет назад деревянный дом на улице Затинной во время самоизоляционного периода снесли. Дом послевоенный, к исторической застройке города отношения он не имел, а вот территория, которую он занимал, участок очень интересный для ученых. Если бы мы оказались с вами сейчас в Переславле-Рязанском 12 века, то находились бы не на улице Затинной, а на территории Нижнего Посада, торгово-посадской части древнего города. О посаде говорит княжеская грамота 1485 года, то есть в это время территория была уже сильно обжита. Первые археологические объекты найдены на Затинной в 2001 году. Это застройки 12 века, что свидетельствует о раннем заселение территории. В 16 веке здесь уже появляются посадские храмы. Один из них сохранился до сих пор – Благовещенский. С момента возникновения храм перестраивался, и в своем нынешнем виде он построен в середине 17 века. А вот что располагалось рядом с ним, археологам предстоит узнать. Здесь, на территории нынешней улицы Затинной, нами ожидается выявление остатков жилищных, хозяйственных построек, целых усадеб рязанцев, которые здесь неизменно были. В нескольких десятков метров от нас стояли бы палаты Немчиновых 17-го столетия, если бы их не снесли все-таки, вот, видимо, в 18-19 веках. Мощность культурного слоя составляет около 1,5 метров, считают специалисты. Помимо прочего, ученые предполагают возможность обнаружить здесь, на этом месте, часть некрополя, который располагался рядом с храмом. В любом случае, ученые в предвкушении весьма интересных открытий и находок. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».